Любимые мои, привет всем! Сегодня с вами хочу поговорить на тему, как круто, когда ты живешь в той стране, в том городе, в котором ты чувствуешь невероятную поддержку. Ты чувствуешь и ощущаешь состояние, словно ты дома. То же самое, это, знаете, как это сродни состоянию, когда ты наконец-то встретил свою родную душу, неважно, в отношении к мужчине, да, или мужчина встретил свою женщину, и все пазлы сошлись. Сегодняшнее видео будет об этом, о ценности, как круто, как классно и как важно найти свое место, свой город, свою землю, энергетика земли, которая будет поистине сродни вашей структуре, а также найти свою родную душу. Напишите мне, пожалуйста, сразу же в комментариях, встретили ли вы такую родную душу, своего мужчину или свою женщину, с которой произошел полный тотальный синхрон, с которым или с которой вкусно и радостно засыпать и просыпаться на всех уровнях, на уровне тела вы чувствуете контакт, да, вы чувствуете энергию, вам в кайф на уровне физики проводить время друг с другом. Вам в кайф на уровне ментала мечтать, планировать, создавать, философствовать, размышлять, общаться. Вам всегда есть о чем поговорить на завтраке, обеде и ужине. На уровне духа. Это когда с человеком ты просто можешь находиться рядом, не контактировать на уровне физики, но все понятно без слов. И когда духовно вы чувствуете тотальное единение, напишите, поделитесь, или вы мечтаете его встретить. А также бесконечно важно и ценно найти свою землю. Что такое найти свою землю? Я всегда говорю о том, что да, неважно, где мы находимся, везде мы с собой берем себя. И порой достаточно часто человек занимается самообманом, считая, что вот обрету я счастье во взаимоотношениях, или вот перееду я туда-то, вот тогда-то я и познаю вкус гармоничной себя. Нет, это иллюзия. Над созданием гармоничной себя мы должны работать, находясь в тех условиях, в которых вы находитесь здесь и сейчас. Мы не просто так находимся на той земле, на которую нас привели. Мы именно на той земли, на которой каждый из нас находится, прорабатываем, получаем определенный опыт, проходим, да, свой какой-то определенный путь и так далее. Равнозначно так же, как мы живем порой, да, находимся, контактируем с людьми, с которыми, быть может, у нас не происходит полнейший резонанс, но это опыт, это наши главные учителя, и мы к этому должны относиться с огромным уважением, да, признательностью, с огромной любовью. Так вот, над состоянием, что тебе хорошо в любом месте, мы должны работать ежемгновенно, работая и также занимаясь своим физическим телом, своим менталом, своим духом. Но я могу сказать о том, что поистине великая радость, когда ты живешь в
том месте, которое тебе помогает. Это радость и это счастье. И на мой взгляд, это поистине для того, чтобы до этого дойти, мы должны, правда, что-то очень важное осознать, проработать, прочувствовать, выполнить тотально свою миссию в том месте, где мы находимся. Поделитесь, живете ли вы в таком месте? Хотели бы ли вы его найти? А быть может, вы уже знаете, где оно? Но для того, чтобы жить там, где есть желание, да, порой нужны возможности, а порой Земля производит определенную трансформацию, когда ты там даже находиться не можешь. Бывают разные ситуации и обстоятельства. Я поделюсь своими ощущениями по поводу Земли. Я могу сказать, что я человек в поиске своего места. Место, где мне невероятно расширяющее комфортно, это всегда был Харьков. Мало того, это точечно были места, в которых я чувствовала особое чувство расширения, например, на водохранилище у моих родителей, на даче, где, это знаете, как когда ты попадаешь, у тебя состояние «да, ты дома». Это словно ты делаешь и выполняешь ежедневную медитацию. И ты понимаешь, да, я дома здесь и сейчас. Внутри тебя дом, внутри тебя гармония. Но когда это усиливается с вибрациями Земли, на которой ты стоишь, я вам могу сказать, что это просто высший пилотаж. Такое состояние я испытывала на Бали. Причем на Бали лет так 13 назад. Когда я была, потому что я была на Бали лет так 5 назад, может быть 4, уже не помню, и Бали также имеет свою трансформацию, вот, но я помню, что когда я впервые попала, оказалась на этом магическом острове, у меня первое вырвалось из меня: я дома, все, я дома. И могу сказать, что все, что вот что значит место силы, когда ты нашел свое место, все, что было заложено, сформировано мной на внутреннем уровне, это все реализовалось в невероятно быстрые сроки. Да, на что-то потребовались года, несколько лет. Но это очень быстро, учитывая емкость, учитывая глубину. Я восхитительно круто себя чувствовала именно в Италии, несмотря на то, что я больше месяца, у меня был опыт, когда я жила во Франции, в Париже. В принципе, я в Париж прилетала, ну и была много очень раз. Но в Париже я не чувствовала такого отголоска, скажем так, да, вообще во Франции. А вот в Италии, да, опять же, я не была сейчас. Земля также имеет свойство трансформироваться в зависимости от состояний людей, которые находятся на этой земле в том числе. Поэтому как сейчас там и насколько это бы имело глубину во мне и отклик, для этого нужно съездить вновь в Италию и посмотреть, да, сонастроиться. И могу сказать, что я сейчас вышла на тот путь, когда я не активно, но осознанно стала находиться в поиске той земли, на которую я бы могла, пусть бы не переехать, но я бы могла достаточно часто соприкасаться с этим полем, например, приезжая. Приезжая. Что такое приезжая? Даже этого было бы порой достаточно для того, чтобы напитаться, синхронизироваться,
исцелиться, залатать все, что необходимо, потому что на месте Земли, которая в сонастройке с тобой, процессы происходят просто вот так. Просто вот так. Например, то, что касается Бали, я уже сейчас была бы готова на пару месяцев, на 3 месяца уезжать пару раз в году, это 100%. Но там есть нюанс. На Бали не пускают с питомцами. Без Джерички, естественно, я никуда не уеду. Вот, поэтому для меня это такая маленькая печаль, потому что если, ну, скажем так, Бали – это место, которое стояло номер один в поездке, ну, в принципе, в поездке, и рассматривалось как место жительства недолговременного, а вот такого, да, точечного. Приехал, напитался, наполнился, все, вернулся в свой город, где у тебя все условия жизни созданы, работа настроена, да, все, ну, скажем так, все есть. Вот. Поэтому Бали отпала, к сожалению, потому что мы узнавали, единственный способ перевести Джерюську – это способ контрабандный. Долететь до Джакарты, из Джакарты незаконными путями вывозить его на Бали – это не мой путь. Не мой путь. Почему? Потому что уже здесь есть не совсем, да, хорошая, правильная, качественная энергия. Вот. Ну, я уже вообще молчу о том, что если вдруг, да, детеныша там будет какая-либо проверка документов. Ну, в общем, это не мой вариант. Вот. Остается надеяться, что что-то поменяется, да, на Бали, и к маленьким четвероногим друзьям начнут относиться, да, dog-friendly, как это должно называться. Вот. Поэтому, конечно, я смотрю и на поле, и на пространство, и именно на резонирует или нет. Резонирует или нет. А здесь обстоят дела уникальным образом всегда. Вот. Если говорить про Екатеринбург, это не был город, который я выбирала. Это город, который меня выбрал. И это город, которому я дала очень многое. Очень многое. Людям, полю, пространству. И, на мой взгляд, свою миссию от и до я очень качественно проявила, да, дала. Вот. В Екатеринбурге, да, из Екатеринбурга мой мужчина, с которым я познакомилась, переехала в Екатеринбург, когда я вышла замуж. Через несколько лет родился наш сын. Вот. Но в Екатеринбурге, естественно, вся моя работа, хотя, благо, я сейчас работаю с людьми, которые находятся в разных уголках мира, есть интернет, поэтому я не могу сказать, что я сильно уже зависима, как это было ранее, от места. Вот, поэтому я пока в поиске. Поделитесь, как вы чувствуете эту тему, насколько она для вас острая. Потому что могу сказать, что здесь и сейчас, наверное, с весны, наверное, с момента, с 24 февраля, в частности и в особенности, когда на моей родине военные действия, я почувствовала остро потребность, сонастроившись, найти, сказать: «Я дома». Еще раз повторюсь, «Я дома». Я могу сказать, закрыв глаза, пообщавшись с энергией Творца, Создателя, перейдя в состояние медитации, и в любом месте на Земле я могу говорить о том, что я дома. Но все, кто внимательно меня слышал, не только на уровне слов, но и на уровне энергии, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Это когда синхрон настолько мощный,
что до мурашек в теле. С любовью к вам. С вами была Анна Лещенко. Пока-пока. Благодарю за ваши пальчики вверх и комментарии.